Настоятельно рекомендую вам канал Game Brass Union. Это место, где можно от души посмеяться, поиграть, посмотреть различные гайды, научиться чему-нибудь новому и выиграть ценные призы. На канале постоянно проходят розыгрыши ценных призов на рандоме. Это очень веселый, качественный и перспективный канал. И я уверен, что каждому из вас он понравится. Однако канал 18+, и может присутствовать нецензурная лексика. Переходим по ссылкам в описании и на экране и подписываемся. Рекомендую подписаться на канал моих негров MHTL V и Raven. У них тоже выходят неплохие батлы, в скором времени выйдут полноценные клипы и клипы у стены. Асхат рекомендует. Дамы и господа, рэп батл Valve против Blizzard. Поехали! Я тот самый ящер, создававший миры. Клепаюсь 90-х, все эти хиты. Около 30 накопилось тут игр для всех твоих пользователей. Я главный лидер, ты графон улучшаешь на геймплей. Тебе пофиг, выпускаю Warcraft, знак вопроса и профит. Мой рэпак звучит круче, чем аккорды всех струн. Так что можешь удалять свой дешманский даркмув. Покупаю компании одну за другой. Пора ставить свечи за твой упокой. За твой шторы вранье я могу устроить качку. А потом бесплатно в шутку качку на прокачку. Да я хоть не идеал, но создаю только шедевры, твою мать. А ты только способен своих фэнов обобрать. Людей давно ждут поля красочной палитры. Ведь мы создаем только хитовые игры. Смешные заявления от корпорации стрёмные. Я могу вас купить, и причем всех поголовно. Из всего, что ты создал, не говно, лишь Warcraft. Для миллионов лишь одна КСК One Love. Все твои крафты слизаны с настолки. Две третьих твоих игр давно пылятся на полке. Перед новой подачей словесного кала скажу лишь одно: тебе не избежать провала. Потов, Алфа, Дота 2 и Контра. Поверись, на чем заработать всегда. Семь книг обо мне, и это не предел. Почти весь мир в моем стиле. Не пытайся победить, ведь король занял трон. Твоя задница бомбит от того, что я оценен. Ты хочешь нас удивить, там совет тебе лох. Сначала попробуй досчитать хотя бы до трех, сука. В моих миллиарды купюр все твое величие просто абсурд. Чему цифра 3 мне и так хорошо? Хорошо от того, что я стёр щенка в порошок. Кто победил? Кто следующий? Тебе решать. Рэп батл. Закрытие 4-го сезона.